Всем, ребят, привет! Вы Incoplay, и это значит, мы продолжаем Stargate, продолжение истории. К сожалению, ситуация такая сложилась, то, что мне понадобилось убить Винду, и из-за этого мы потеряли буквально, получается, несколько лет. То есть... Если посмотреть, да, здесь получается 2062, то мне пришлось с 2060 два года нагонять. К сожалению, разработчики не смогли ничем помочь. И, то есть, получается, пропали из самого облачного хранилища сохранений, которые я делал, то есть последние, которые вы видели ролики, да, мне пришлось это все нагонять, ребят. Все открывать планеты, также изучать, все это переделать, поэтому вы видите более компактные виды, да, по-другому что-то построено, дополнительно здесь установлено, расширено питание, то есть это все за счет того, что, к сожалению, произошел сбой сохранения, и мне пришлось для вас постараться, чтобы ситуация как-то, ну, не вышла из-под контроля, и все получилось хорошо. Поэтому мы сейчас продолжаем историю, будем вместе с вами играть. Спасибо, что пришли вообще, и хорошего настроения, и буду рад вашим комментариям, лайкам по этому поводу, по поводу игры. Блин, что-то еды нету, да? Ну, надеюсь. Вот. Поэтому. Так, надо будет поставить снова. Пусть делают. Нам чем больше, тем лучше. Мы здесь еще сделаем. Я вот здесь костюм на 2, на 3 сделал, да? Снова. Опять же, здесь выполняется. Ну, отлично. Будет нормально все. Так, сейчас поставим сюда. 8-й левел, да? Здесь вообще... А, наука. Ну, в принципе, ученым. Ученым нашим. Так, есть риск. Ментально... А. А что с ней? Ну-ка. Что-то слабовато, да, она? Ну, она ей полечится бы, да? Получается. Тогда по-другому поступим. Если у нас здесь такие условия. Здесь какой-то, как я вижу, ивент. Легкий подходит. Здесь вирус. Видите еще, да? Так, и мы можем воспользоваться второй командой. В принципе, они изи это выполнят. Вирус и какой-то дождь кислотный, да? Типа, ну, не очень приятный. Как раз баллон двойной разряженный, да, вот. Так что, ребята, отправляйтесь туда. Все. Так, сюда отправимся. Так, здесь добыча какого-то минерала, да? Но это для, наверное, для первой команды. А первая команда, вот как раз здесь инженер. И наши ребята. Так. Но не хватает одного костюма. Надеюсь, его привезут. Я... Вот, кстати. А что ты не делаешь? Ты качайся. Брось эту гадость. Больно надо. Кстати, да, да. Кстати, можно будет взять вот это все. А сколько, на сколько мы продадим? На 173 тысячи. На 175 тысяч даже. Вот так вот. То есть я создал именно очень такие приятные условия. То, что нам все равно... К сожалению, все больше платить пришлось, да, какие-то там
по условию, но у нас, в принципе, мы выигрываем по деньгам. У нас очень это... 184 сейчас получается минус, да, и у нас есть патенты, все такое, ну, прилично дается, и заработать на вот этих вот... Ну, у нас ребята очень-очень прилично таскают дорогого вот этого миллиона, так что проблем не будет. Итак, так, ребята возвращаются, инженеры. Итак, так, у нас, ух ты, нифига, у нас-то получается и мы можем и тяжелое сделать, и вот это выкачать. А давайте, наверное, все-таки, да, открываем тяжелые экзокостюмы. Тяжелые экзокостюмы. Изучаем. Изучаем. Мы, ребята, я даже не думал, что мы будем этим заниматься. Ну вот, вот. Ты... Так. Вот эти же... А, ну они заняты, да. Что, здесь нету свободного? Блин, два места надо. Вот, ребятам не хватает мест. Они просто не знают, куда деть. Ну вот это мы можем вот так сделать. Это вот продать. Это вообще просто изи. Ой, нападение происходит. Вот это вот так вот сделать. То есть мы берем и вот это застраиваем. Чуть подтягиваем туда, более компактненько, да, и вот это можно уничтожить, нафиг не надо. О, кстати, костюмчик готов, прекрасно, сейчас принесут. И о, 10 левел, они уже 10, значит 10 левел это все-таки максимальный. Для ребят это значит максимально. Значит, будем прокачивать всех до 10. Так, все. Первый отряд готов. Первый отряд. И мы сюда хотели, вот, как раз. Давайте первый где у нас? Прекрасно. Отправляем туда. Надеюсь, у них все будет хорошо. Так. Голодные они. Ребята лечатся, все хорошо. Интересно, будет ли у нас что-нибудь интересное? Так, наполовину. Так, если у нас есть такие, да? Здесь будут первые тяжелые костюмы. Здесь пока что находиться. Потом, если что, мы их перенесем. И менять. Так, ребята работают, шикарно. Вот у нас один, да? Сколько это вообще уже получается? Уже 20 тысяч. Прилично. Мы в любом случае будем в выигрыше. Надо было еще, наверное, команду, да? Можно будет отправлять на Астерил, чтоб таскали. Перерабатывалось и все офигенно. Так, также что-то мы расслабились. Так, здесь у нас что? Это понятно. Здесь четвертое. Научное, да? Это мы здесь были, здесь у нас это первая команда, может,
Это тоже первая команда может. Вот это 10 левел, да, сложновато. Вот этот третий. Давайте сюда отправим наших вторую команду. Вторую команду однозначно. Сюда первую. Сюда можно третье. Здесь у нас вирус, да? А, высоко. Высоко. Но у них 6 левел, да. У наших есть 6. Так, 4 эксперт. Тяжело будет. Так, а первая. Высоко. Для ученых. Очень даже неплохо. Вообще прям. Ну-ка, сможет она? Да. Да ты моя хорошая. 97%. Экспириенса будет. Вирус какой-то, а? Нас не возьмет никакой там вирус. Нас очень, ребята, умные, грамотные, поставлено все. Это очень классно. О, любовь. Это... Ну-ка. Это она общалась. Это она общалась. Ну-ка, подожди, а кто здесь? А, сейчас только что ушли. Вот она. Этого любит, этого любит. Но не это, не Кёте. Она не с Кёте мутила. Вот, Карлос Фернандес. Она с медиком что-то мутила. И вроде бы это он был. Ну так вот. Вот. Так, тело. Ага, защита. Здесь все хорошо. Здесь все прекрасно. Так, ребята так вернулись. Так, это первая же команда, да? Это первая команда. Так, инженеры. Ну, это 5-7 команда. Я также создал 7-8 команды, которые отправляются постоянно. То есть на данный момент у нас очень удобно то, что у нас Кобиум добавляется, да? Астерил. Мы таскаем также... Магларм. Или Маглам. То есть получается. Некоторые. Магларм. Да какая разница? Магларм, Маглам. Блин, ну. Это же никак не влияет на то, что. Ну, название как-то. А здесь что-то такое. Здесь материал какой-то надо анализировать. Интересно. Так, первую команду. Если первая команда уже освободилась, в принципе, мы могли бы вот здесь вот, да? 9 левел. 9. Вот здесь вот можно. Сюда их. Отправить. Они с инженером же там. Пусть ищут. Ой, а вы что там разделись? А ты куда их? А куда ты пошел? А, ты спать пошел. Точно же, я же не предоставил возможность изменения. То есть, если, как помните, у меня в этой комнате мужчина, да? Но он, видимо, где-то занял этот ящичек. И там разделся и пошел сюда. То есть, надо будет потом перенастроить ребят. Так, и что там, изучили мы? Нет, изучаем до сих пор. Так, а что стоит? 10 Маглама, да? 5 Экзомиум, а 1 Кобиум. Угу. Также, для тяжелых... Так, а у нас Кобиум, вот он делается. А у нас полностью Кобиум забитый. Полностью забитый. Так что, нам нужно будет что-то потом сделать. Расходовать его. То есть, ну, в принципе, это мысль. Также нужно будет, у нас 204, но здесь нужно будет еще вот. Устанавливать щитки, вот что-то.
Так, это на вирусы. А, морозная, морозная защита. А, магнитная. А, потом радиация, гравитация, усиление, чтобы мы могли ходить, да? Ну, утяжеление. А, и защита от огня. То есть сама защита, все это было прекрасно. Надо, обязательно надо. Но это очень дорого выйдет нам. Сколько получает? 900. И здесь по 400. 500. Офигеть. Вот это нам надо. Это все делать. Это не просто так. Сложно будет. Интересно, когда эти понадобятся тяжелые костюмчики для нас. Выгода, конечно, будет. Надеюсь, больше, чем просто так. Так, что у нас со следующими миссиями-то? Так, здесь восьмая. Здесь у нас первая. Так, что у нас здесь? Вот, экзо второе. Так, здесь у нас четвертый. Ученые. Так, и здесь вот, например. Ну-ка, подождите. Например. Первое. Так, ладно, четвертое, третье. Так. Ладно. Давайте тогда поставим третью. А, там... Ну-ка, тогда снимаем. То есть, у нас третьей команде нету... А, ну да, здесь же знаток. Здесь знаток. У нас три команды. 1, 2, 3. То есть, две команды с ученым. Один с ученым, другой с инженером. И другой еще со знатоком. То есть в этом моменте, если вы играете, это очень важно. То есть надо будет как-то, как видите, некуда экзониум кинуть. Вот, все занято. Все занято. Так, изучение произведено. Так, этот мы можем. Давай. Давай, скрафти. Посмотрим сейчас. Девчуля как раз делает. Что вы там мутите? Тут поесть, это покачаться такая. Правильно, о правильном питании, наверное, общались. О! Делай, делай, делай. Тяжелый. Тяжелый костюм. Ты сделаешь, сможешь в одну. За одну. Ходочку. Ну-ка, ну-ка. Почти, почти сделала. Ребята там складывают, чтобы у нас проблем никаких не было. И бабки, бабки зарабатываем. Ну-ка, сделай, делай. Блин, ты. Ты серьезно, ты пошла спать ради того, чтобы... Ну, блин, могла бы и доделать, да? Устала она. Так я понимаю, она тоже человек, все мы люди. И вы люди, и мы люди. И... О, артефакт. А, нет, это... эдакая проба. Пока что вот сейчас, да, это неизвестная проба, да? 10-й левел. Так, здесь токсичность. 9-й. Вообще, первая команда пошла бы, да?
подошла бы. Нет, тяжело для нее будет, тяжело. Ну ничего, здесь нормально. Справится, справится в будущем. Вот здесь вот что, семерочка. Семерка вообще. Я думаю, без проблем. Ну, средняя, да? Что-то среднее. Бой, за что вы там сможете? Что у вас получится? Сейчас отдохнете и пойдете. Голодные они. Голодные ты хорошо. Так, на анализ сейчас отправится проба. Что за металл? Там посмотрят. Ну, в принципе, здесь все известные металлы, которые есть. И они ничего нового нам не предоставят. А так. Ну, здесь автоматом пошло все. Оп. Протащили. И пошел анализ. Забавно то, что здесь ничего не нужно, никого, чтобы никто не стоял. Вот эти вот ящички, это, как понимаете, это экзониум, как понимаю. Либо, что, нет, кобиум. Так. Главный, мы нашли разговаривающее растение. И что оно сказало? И оно на все вопросы нам отвечало. И это настоящее чудо. Вы что-то хотели бы спросить, например? Вы выращенные или созданные? Так, ожидаю. Так, подождите. Он сказал, природой создан. Как это вообще возможно? Как ученый, можешь дать, как бы сказать, эдакую часть себя на экспертизу? Ну, он, я спрашиваю. Конечно, стоит попробовать. О! Так, тогда вперед. Сейчас беру пробу. А, о, господи, он кричит так громко. Ага. Что он сказал? И он говорит, это важное открытие, главный. Что? То есть он повторил просто слова? Да, я думаю, это все. Должно быть, он улавливает вибрации нашей речи и просто обратно их отдает. Удивительно, но это не очень-то интеллектуально. То есть не умно. Все равно, неважно, но это очень хорошее открытие. Так, продолжайте экспедицию. У нас медика там нету в команде. И из-за этого... Так, перетащили отлично экзониум. Блин, а куда нам девать этот экзониум? Так. Что у нас по деньгам здесь? Сколько мы можем продать? Угу. На 40 тысяч. У нас получится. Сейчас мы заработаем. Не волнуйтесь. Сейчас 39 тысяч у нас еще нормально. Отработаем сейчас. Тем более, чем боль... О! Это что? А, мы все, влетели. Отлично. А, так. Ага. Наука. 500, о, 600. Так, 600 очков, да? Так, ну пока что мы не встретили ничего, да? Пока пусть остается. Так. О! Металлический, нифига себе, классно как. Офигеть. Прикольно. Блин, надо больше магларма. Реально, магларм надо еще... наверное... Так, это что? Атака? Да, атака. Атака, ребят. Что-то прям... Они какие-то прям... Не готовые наши. Так, здесь понятно, здесь первая команда, это все... Хотя... Ну да, первая команда идет туда. Так, здесь у нас
Пятый левел, да? Здесь можно и третьих отправить. Хотя нет. Хотя нет. Ученые нужны. В команду. Так, отлично, отправляем. Сюда. Хотя, здесь бы вообще прокачаться ребятам. Здесь бы покачаться. Только вот... Ладно, отправляем. Вторую команду. Так, здесь у нас инженеры. Ну, это первая команда будет потом. После вот этой будет сюда отправка. Здесь с... Так. Здесь третья. Высокая сложность. Девятый левел. Не-не-не. Это нельзя. Пока что им надо подкачаться. Ну только как они качаются будет. А есть какой-то... Где не страшно. Ну вот сюда, да? Да. Да, вот. Ребята, давайте качайте здесь. Все будет хорошо. Сюда еще подконнектимся потом. Вторжение. Надеюсь, они потом, ну, справятся. Солдаты, ну, убьют этих тварей. Так, кстати, вы здесь вот заделаете черное пятно, а то бросили. Не дело так бросать. Так, можно сюда. Три ящика. Ну, не спасет. Это не спасет вообще. Можно сюда вот протянуть еще. Сделать хранилище. Конечно, не успевают обработать, переработать и... Хоть и подкидывается, да, но, к сожалению, улучшений нельзя сделать. 677. Угу. Так. Потихонечку выполняется, да, задание. Так, только отправляются ребята. Первая команда отправляется на задание. Так, здесь вторая. Так, да, вторая. Первая. Раз первая отправляется, да. Так, это у нас... А где у нас вторые? Они уже отправились? Старые никуда не отправились. Вот она. Миссия-то вот она. Странно. Но они в невидении все равно, ребята. То есть я вот, смотрите, подстраивал, да, а они уже заняты. Все места уже заняты. Просто, ну, ничего не сделаешь. Здесь вот заполняется. Кобиум заполненный. Здесь Магларм с этой стороны. Здесь проблема в том, что просто они маленькие. По три всего лишь слитка. Это вообще ужасно. Так, делай. Так, тяжелый, да? Магларма дофига требуется, да? Тяжелый пусть делают. Ну вот хотя бы... одну сделать, одеть на них и норм. Потому что я чувствую, там где-то в каких-то там далях, да, вот этих
бескрайние. Может быть, сражение надо будет. А также нужно будет побольше Магларма, чтобы ребята доставали. В принципе, здесь вот по 10, да? Потому что, если, например, взять, посмотреть, там первый, он немного требует. Хотя нет, нет, по 50. Я что-то обманываю вас. Защитный костюм Магларморский, он очень дорого выходит. Но 50 надо накопить, да, то есть, в принципе, надо будет посмотреть, как это выглядит и куда он будет установлен потом. Но у нас здесь вот на 5 команд есть. У нас не сделано еще здесь. Так что, ребята, вы собираетесь давайте, нет? Вы не собираетесь? Ничего, не надо никуда. Это... А, это инженеры управляются. Они только так успевают туда-сюда отправляться. Ковыряются, ковыряются, забирают. А мы тогда еще не знали. Мы задание, помните, брали тогда? Насчет того, что... якобы мы нашли какой-то, например, эдакий металл, да? И так и говорится, потом вы сможете сюда отправлять эту, ну, как бы сказать, кого-либо. И такой думаешь, ё-моё, как так? Как так? Как ты можешь это... такое возможно, да? А вот... О, депрессия у Мартина. У солдата. Ну, давай, иди, вылечись. Кстати, а ты в какой? А, с инженерами. Седьмая команда, да? Так, а чё седьмая команда за какой отвечает доставку? Седьмая. О, застерил. Застерил. Ну туда не нужно особо, да? Так, так, где седьмая команда? Вот она. Давайте, наверное, тогда тебя просто уберем отсюда. А, ну он в миссии, надо отключать. Так, тогда берем. Команду убираем отсюда. Быстренько. Тебя убираем. Ставим сюда хорошего солдата. Наверное, нашу вот хорошую Кейт. Вот. Отправляем команду назад. Семерочку. Свободно. Угу. Все. И пусть Мартин растет. Ну и лечится. Чтоб все было хорошо. Ты никуда не поедешь. Что за дело такое? Не надо с расстройством. Иди, лечись. Тебя никто не это. Вон есть диагностика, есть. Где ты можешь поваляться, отдохнуть. Кстати, здесь можно будет, знаете, что сделать? Вот сюда вот занавесочку, да? Типа, ну, здесь все-таки больные, да? Жалко то, что она как функционал не особо работает. То есть она есть, да? То есть, а вообще как вот? Она просто закрывает, да? Хотя через нее должны проходить. И вообще она не должна отображаться. Вообще не должна отображаться. Так. Во, отлично, отлично, отлично. Супер. На лечение прошел. Ну-ка. Соединение. Третья команда, что у нас? Привет, главный. Здесь все отлично, все хорошо. Мы встретили птицеподобных гуманоидным видом, с которым мы столкнулись. Пироконтакт был хорошо и надежно установлен. Несмотря на языковые и культурные барьеры, проблем не происходило. Но я думаю, что на данный момент мы сделали все, что могли. И здесь тут ничего нету. Мы, наверное, возвращаемся к воротам. Тогда никакой опасности? У них острые клювы и также когти большие, чем у большинства птиц на земле, учитывая, что они стоят лишь немного ниже, чем мы.
Я бы не называл их чрезвычайно дружелюбные, но я думаю, что они просто проявляют должную осторожность, как и мы. Так, они могут летать? Старейшина. Да, могут, когда их крылья вырастут достаточно большими. Они вообще похожи на ангелов, парящих в небе. Большую часть своих 46 лет я мечтал летать. Не на самолете, не на ракете, а по-настоящему летать. Может быть, когда-нибудь произойдет, что я смогу подняться в небеса. Ну все, давай. Возвращайся. Спасибо за большую, хорошую, прекрасную работу. И давай возвращайся к воротам. Что еще? Что там делать? Главный. О боже. Что случилось? Пока мы разговаривали, они просто взорвались. Боже. Так. Давай, медицинская помощь. Это уже поздно, Меди говорит. И только здесь остался мусор, да, и пепел. И его только можно собрать. Угу. Это, ну, все, опасность миновала, да, получается? Они взорвались, как... и это было как вспышка, главный. Но, к счастью, мы достаточно далеко были. На самом деле, я думаю, что кто-то, видимо, из пришельцев намеренно установил между ними безопасную дистанцию, когда знаешь, что вот-вот взорвутся. Ну, шоу закончено. Блин, кошмарно, конечно. Ну, мы все, что могли, мы сделали. Но другие, я чувствую, что обычно у всех других животных это обычное явление, повседневное. Ну тогда все, хватит. Итак, главная мысль, главная. Но здесь что-то появилось из пепла и убежало вдаль. Я думаю, это что-то типа человека, но моложе. Типа, ё-моё. Попробуйте преследовать его. Будем стараться и не отставать. Но они быстрее страуса. На самом деле, я думаю, они возвращаются. Сделайте пару фотографий. Получится ли? Не получилось. Урон какой-то опять. У меня есть какая-то пленка, главный, и хотя за ним было трудно угнаться, я упал и немного ударился. Кадры вряд ли достойные классического фильма Дэвида Эттенбюра, документальные фильмы. Но это должно быть достаточно. Да, надо будет вот как раз, чтобы медик... Пусть залатает, и все будет хорошо. Итак, я думаю, что... так, медик говорит, я позаботился о нем, главное, и будет чувствовать лучше себя. Я рад. Так что давайте возвращайтесь назад, все будет хорошо. Главный. Пока мы разговаривали, и все-таки мы, у нас была возможность разговаривать с данным либо птица, либо человек. Мы поговорили, которая переродилась, но они вели себя как при первой встрече, как будто первый, как будто памяти нету. И перед нами это новая персона, то есть новый человек вообще. То есть они даже ничего не помнят.
Возможно, мы что-то узнаем больше, да, в следующий раз, когда мы увидим снова. Да, мы попробуем еще им помочь в жизни, да, и найти способ, чтобы они вспомнили прошлое. Ну, я думаю, уверен, что мы могли помочь. Так, все. Эти ребята вернулись. Блин, конечно. Так, инженер здесь. Что у нас получается? Здесь у нас отправляются ребята. Здесь у нас экзониум нашли. Здесь кобиум. Здесь, конечно, клеймить. Ну, давай клеймим. Кто у нас здесь? Здесь у нас пятая инженерка. Так, здесь у нас никого. Инженерная, инженерная. Ребят, давайте на этом остановимся. И так как у нас давно не было ролика по этой игре, мы сделаем, как бы сказать, вот этот долгий, да, был ролик. Кстати, работаю с аппаратом. Вот это да. Определяет данные. 54. Вытаскивает. Прикольно. Это очень прикольно. 901. 910 данных, да? То есть получается, смотрите, а? Сильно. Это мощно. Так что, ребята, мы, наверное, в следующей серии прилично побольше сделаем заданий, да, историй. И у нас все будет получится, да. И еще зарабатываем денег. Здесь мало, конечно. Еще надо больше, потому что мы продали, да. Здесь вот наполняется уже. Быстро, быстро набирается вообще, видите, как махом. Нас ребята тащат только так, стерил. Мы успеваем продавать его. Так что, ребят, мы увидимся в следующей серии. На этом все. Хорошего настроения. Всем ригато. Всем пока-пока.